Знаете, когда мы последний раз играли в Raft, вот этот ёбаный? Это давай в только сейчас уезжал. Ну, блин. Когда? Июль. В июле? Ну, июнь-июль. Да, угадать почему. Ну, подумаешь, там каких-то чё? 3 месяца. Почти полгода. Откуда полгода взял? Всего лишь там. Хватит ты пиксели всё-таки. Подожди, дай браузер закроем, может, получится. Ничего не поменялось. Смаш, выключись. Что включить, что выключить? Ебать, еще хуже стало. А, ногу свело! А звук где? Включай. Ебать, куда копать. Ага. Опять жрет на записи. Твари. Привет, подписчики. Это я, не он. Всем хай. Да скриншотил? Нет. Шлюхи аргумент. Матюсики. А их нету, они есть. Вот это я. Не. Эдик, я повторяюсь. У тебя неполноценная семья, и ты не реализуешь свои силы. Ты зачем его спойлеришь, блядь? За шо? Ладно, больше не буду, простите, смотрю дальше. Спойлер. Сука, напомнил о своих двух отцах, твари. У тебя выбора нет. Есть у меня будет выбор. Нет, в России живёшь. Есть, я выбираю Вьетнам. У него нет выбора, ну его нам. Ну вы, блин, погнали, заебал. Давай. Кусок обезьяны, какой пароль? Угадай, я забыл на самом деле его уже. Эдя, я предлагаю тебе послать его нахуй. Какой пароль, кусок ебаной мартышки? Ты ебаешь, нахуй ты пароль вообще сделал? Там присоединиться к друзьям есть. Перебираю цифры, я не знаю. Попробуй 3 единицы или 1, 2, 3. От одного до чего-то, я ничего не помню, так до чего. Не до 3. Фабрикат ебаный. Это, ёп, знаешь, да. Вот как поставить нахуй на сейф пароль. Если бы ещё в тот же секунду. И там, блин, где-то важно было какая-нибудь вещь, и родителям она понравилась, и спросили. И пароль внутрь сейфа пароль? При этом положить. Закрыть нахуй и сказать, я не помню, блин, тебе дайте нахуй. Опять аренда, да? О, щит, точно ебать? О, щит, тоже не ебать. Братан, я арендатор. Начинайте молиться, что у меня есть 60 рублей. Понял, да? Я не верю в это. Тех нету, Дим. Ты бомж. У евреев есть навык, они если долго смотрят на Сбербанк, у них появляются деньги. А-а-а, нифига себе. Мне бы такое свойство. Это уникальный навык класса. Я умолчу, что там бафы дофига. А про дебафы, это накрыться к огню. Бафы редко рассказываю. Я, блядь, пока пытался рассказать, рассмешнил себя с выходом. Акула давно не нападала. Трачу деньги на вас, вам не стыдно. 50 рублей бы потратил, ты ногишь. Эдик бы за эти деньги в отцу делал. Почему еще и сдачу дал бы, блядь? Сдачи, брат. Блядь! Сдачи, чё? Мне нужно... Сколько у тебя камней? 1, 2, 3, 4, 5. У меня тоже один, уже еще один сразу камень. Сразу это было сказать? Слишком просто. Ты знал, я чел ролик сделал, ну-ка, из того, как я пароль угадывал. На 10 минут, блин. Ты хочешь, что у тебя экран черный? Забудь, что я сказал. Ладно. Камень добавился? Нет. Ну ты, вот, ищешь, давай лучше. С камнем. О, салам алейкум, лаваши. Боже, блин. Данил? Чё, испугался чёрного? Очканул у нас лаваш. Оно столько страшное? Вообще пи***ть. Ты и так. Ибан, закрыл чморт. Тут птица обоссанная. Какая? А, это не птица, это какой-то козёл. Забирай. А он пропадёт без загона. Скажи ему, что у него неполноценная семья, то что он никогда не реализует свои силы.
Вот с этого момента нужно шорт обязательно сделать. Это вообще разъебал. Пипец, ну он чего он вылез? Блять, как тоненько, я ебаный. Ебаный я гений, нахуй. Сука. Не зря очки наши, так бы уже ебало разбили. Ну я не хочу, чтобы эта реакция длилась опять 40 минут. Ник, у тебя не полноценный. А, козлу! Ну ладно, короче, по голове сейчас. Скачет тут бить команду. Слева справа. Где? Я там вещи скинул, соберите кому надо. Там. Ебать, не вонти какой. Что? Что? Петран сдуло. Немножечко умру. Вещи, пожалуйста, не трогайте. Так, где тут Тундер? Пизди, разрешаю. А, блядь, нет, Тундер, ты поломаешь только, у меня до хуй хп. У меня просто воды нет. Гена, давай за мной. Что, ржать? Ой, скрию. Запиши, я хотел, кто-то это не видел. Камни точно нужны, они там уже два стака. Мало их. Они потом понадобятся, офигеть. Ну, мне не нужны, кстати. Ты мне это еще. Ебан, закрыл вахту. Не знаю, нахуй понужны. Тебе что-то не нравится? Помни, они для чего-то нужны были. Ну, они для топоров нужны. Не, для чего-то еще. У меня нормальный топор есть. Иди собирай дерево. Такого нету. Нормальный топор у тебя еще не может быть. Железный. Ладно, ебан, завалил. Эдик, кушать. Ты высохнешь, или не? Лечу нахуй. Сожрать рыбу нахуй. Собрать нахуй такого. Следующая порция готовится. И воды, и еды. А, чеку продрявил. У меня на пустыне два безденника, ёб твою мать. Как будто друг очко берет. Че, бочки не проплывали? Да дерево поплывает, ёб твою мать, ну пацаны. Да она не проплывает. Чё, она собирается в сердце. Какой проф... А это 5 штук, я чё поймал сейчас? Ну это мимо проплывает. Но оно не проплывает, правильно понял? Но оно проходит. Мне нужен 3 звёздки и болт. Где вы это возьмёте, меня не интересует. Так болт лежал где-то. Давно лежал, видимо. Водички. У вас есть время до острова. Наебайте, знаете, болт. Дальше сам. Ой, блядь, где болт? Я, брат, вот болт. Вот он болт. Болт, слепошары, между ног у меня. Типа, вот болт. Блять, реально болт. Я чё? Я о чём? Ты думаешь, я шучу? Хлам, надеюсь, вы не потратили. Молодцы, не сомневайся. О, рыбка. Практически не бездарные. Он что выебывает на этом корабле. Да, похоже, это делаю я. Случилось, что делали там, блядь, признавайтесь. Ничего никто не делал. Тихо, я сожру. Что? За что? Сожру, блядь. За что? А было бы за что не сожрал бы. Логично же, блядь. Где логика? Слышь, Дим. Смотри. А мерба готова? А? Готовится, брат. Ты чё ты тыкаешь? Ну чё, смотри. Чё, рыба готовится, не надо. Мне еды нет, всё. Как рыба готовится? Запиши. Руку, чтобы... Нет. Теперь нравится. Мне не нравится. Он мою рыбу смутит. Где у нас пластмасса? Так не работает, это я выкинул просто.
куда мне шестерню заскинуть вам? У меня лут не сыпется, когда ты меня пить. Ну что я хотел? А, я еще хотел оружие сделать. А нужен болт? А у нас оно варится у меня? А, сделалось. Брат, с болтом ситуация не меняет. Это болт всегда есть. Ой, я попал. А все, опоздал. Привет. А я как бы, блин, успел это за 0 секунд? Привет, Олег. Остановил. Да. Я в говно. Че, не умеешь, что ли? Ну, это время. Говно там было, блин. Я реально, я самый худший в мире собутыльник, просто пиздец. Мы вдвоем литр, 2 литра распили, и меня все пиздец. Не, сознание-то у меня теряется только когда я наебу до такой степени, что я спать хочу. Только когда сплю, сознание теряется. А то, что я... Как свинья себя вел, и вот так вот, да. Не, ну я в сознании был, я осознанно это делал, потому что понимал... Осознанно себе. Потому что я понимал, что скажу, что я был пьяный, мне можно, и мне все спустят. Даже на лицо не спустились такие приколы. Но сегодня это типа говорит, ну я вообще говорю, типа я с ним, не, ну не хочу, не то что с ним, вообще пить не хочу, блядь. Говорит, ну напоследок. Я такой, ну блядь, как будто бы и повод. Вообще, у тебя секунду, чтобы правда идти. Куда? Ты чё, ёбнутый? Игра, братан, где надо добывать дерево. Я вчера просто уставший был. Я сейчас, блядь, ноги поднять не могу. Нормально. Вот и нахуй эти ноги, блядь. Справедливо, как будто бы даже звучит. Как на это ноги, блядь, это так и не понял. Много, нога, мышца ноги сильнее, чем мышца руки. Я просто не могу понять. Мышца ноги сильнее, чем мышца руки. Если не могу понять мышцу руки... О, ноги, значит, я не могу понять мышцу руки. Факты, кстати. Ты можешь поднять мышцу руки. Ну ты понял мою мысль. Если ты себя поднять не можешь... Я сижу, чипсы хаваю, блин. Кстати, да, чипсы. Руками, кстати. У тебя нет выбора. Я могу поднять ровно 3000 раз за год. Ладно. Мне часы такую мем выдают каждый день. Понял? Они, короче, когда ты встаешь, такие, поздравляем, вы встали-то столько-то раз. 8 раз просто встал, типа, с положения сидя или лежа. Поздравляем! Я 11 раз за сегодня встал. Сколько недель ты это мочил? Вот, это повод, правда. Повод выпить. Вчера. Давай, Эдик, заходи, мы тебя ждем. Ну, он, напомню, тебя обманул. Блядь, я сейчас время сразу нахуй. Эдди, какой блядь, там пароль? Ты как набухался, что даже 2, 4, 5, 6, путаешь, 7? Блядь, на руке и ноге, нахуй. Он как такое возможно, блядь? Я не знаю, какой пароль. Я не зайду, пока он пароль не скажет. Принципиально. Нихуя у Эдика шорт с 1,5 миллиона 63 тысячи лайков. Я не зайду, пока ты не скажешь пароль у Эдика, ебать. Да нет привилегий таких, чтобы спорить если со мной. Во-первых, демку включи, хули я ее включу. Давай сми, братан. Я, короче, где-то... Спасибо, брат. Вот ты нормальный человек. А не долбанут тупой, который пароль добавляет просто по приколу. Нахуй пароль, олень, ебаный там... Сейчас вдруг зайдут всякие. Блядь. Пароль ты можешь только к друзьям сделать, а друзей нету. Это пароль ты поставишь, не секрет. Ну, вдруг всякие зайдут, зайдут. Кто? Кто-нибудь. Кто, блин? Не заходи, брат. Он тебя просит зайти, чтобы ты чисто его восстановил. Ой, мне равку, я бы что столько просмотров. Ой, у меня сердце ранит. Сердце вылетело. Дим! А чё, я курицу жарю. Блять, не ты ее добыл. Да, тем более, я ее съем. Ну потому что. А почему я вообще оправдываюсь? Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Правильно, так его. А ты где вообще, слышишь? На каком-то берегу. Я вижу акулу. А ты знаешь, где Лаваш вообще умер? Лаваш, а ты умер? Сейчас компилируйся, пойдем. Где вообще умер он? Не знаю, я по берегу пошел, по левой стороне иди, по правой. Да что я, блядь? А, у меня еды нет. Куда побежал, я все Лавашу отдал. О! Ну ты прикинь, какой тварь. Значит, сам схавал. Да хоть примерно пиши. Да пиши хоть примерно, где ты находишься. Пляж, нахуй, вижу песок и траву. Достаточно, еще камень справа какой-то. Еще ты на тростник похож. Ну я около этого места, как будто бы до тебя нет. Может именно... Профани, что ты настоящий тундр. Самое смешное, если даже я его увижу. Хоть бы возбудился, я не знаю, позорник ебаный. Ну ладно, верь. Так. Вот у тебя есть предметы какие-то? Тростник. Ага, значит это реально. Да он везде есть! Там в центре острова вроде еще есть. Около него вода. Пляж не около воды. Да. Ну и вот тут вроде нет. Увидишь меня, кликни.
Бича на бич, я считаю, это получается какой-то. Бич на бич. Ну вон тростник, вода, берег. Я вижу внутри пляжа. Ой, внутри пляжа, внутри острова. Слушай, внутри острова пляжа не может быть, я так подумал. Нашел! Кого? Бездомного и бедного. Ой, я его вижу, я тебя вижу. Вон, его тоже. Где? Сбрасывай нам этот балласт. Где ананасы показывают? Нюхай, нюхай, Тундер, нюхай. Тут нюхай ананасы. Тяжеленная голова, блин. Ой. На горе где-то плите вообще сдох. На противоположной стороне. На пляже. Бич, бич, а на бич. Можешь голову похудеть. Чё? Можешь голову съесть. Пёрышко одно, Тундер. Опа. Покирал, типа. Что я нашел, блин? Брат, я браслет же белый забрал. Ну какой он пиздец. Ну, блядь! Я сейчас фотки скину, слышишь? Если на этих фотках будешь ты не голый, да. Не похуй. Дисреспект, нахуй. Через, а можно? С этих соцсетях. Ну рука голая, ребят. Не, ну сам. И хуй знает, какие нюцы вы от руки ожидаете? Что на хуй держать будет? Это вообще хуйня вопрос, отдельно для если вас фотки. Если сбил браслет, то эти, сука, самоценность. Я прям сейчас это и сделал, хочешь? Хуй подержал. Могу сфоткать, как хуй пишу в браслетах. Я спихнул тварь! К рыбе! К рыбе большой рыбе! Тварь! Его рыба же пала! Чё она у меня... Укула надкусила. Укула надкусила? Я чувствую, тебя завтра на работе похмелять придется. Да не, нахуй, какое похмелять, блядь, мне вообще... Я вообще, блядь, на диете, блядь! Не, я вообще, блядь, на диете не пью и ни хуй всякой не жру, блядь, тут ситуация, блядь, не хочется. Сантиметр в жопу. Пошли, блядь. Там наоборот, братан, хуя в жопу и сантиметр в жопу. Вроде ничего не берут, да, берут до хуя в жопу, да? Не, ну тут-то в любом случае пить придется. Кого бить? Кого-то собрался, прикиньте. Успокойся, что за агрессия, блядь? А потому что Тундер токсик. А, ты еще и Тундер виноват. Хуя, Тундер, что за хуйня? Что, брат, говоришь? За Сион. А потому что... А потому что... Она кувалды по башке дебил, ёбаный. Смерть, блядь. Если я скрафчу камин, сильно расстроитесь? Вообще не хочу камин. Сколько он стоит? 8 глины. Сколько? 0. По 12 есть у нас, пацаны, нормально. Что там хоть хочешь скрафтить, ну рассказывай. Камин. В магазине. Глина есть. Как будто бы красиво. Есть какие-нибудь доски, пацаны? Что это, блядь? Нет. Почему оно выглядит охуенно? Нормально, уже скрафтил камин, если кто-то передумал резко. А Тундера есть, для тебя нету. Ну и пошли ты. Короче, расширяемся, чтобы загон поставить, куда иди-ка засели с камином. Кого, брат? Ой, я там буду жить, не заебись. Ля, по-моему, плотно, ой, плотно кренился, когда я поставил камин. Я, короче, а я в говно, короче, не похуй вообще. Блять. Ну, блять, пизда, как читать нечитабельное. Какого хуя? Она сам оказалась. А какого хуя? Стоп, это Майнкрафт? Как ты его хуй, что ты делаешь? Я не понял. Я, боже, ошибку какую-то допустил, видимо. По-моему, ошибок абсолютно зеро. Что ж, спасибо за просмотр, подписчики. Ставьте лики, сенсабскрибе, сензе, этот... Бью фифа ченнел. Спс. Кто понял, тот понял. Кто не понял, пускай знает, что ангелы не спят. Ты говоришь, сидя голым, блядь, на видосе. Подожди, да я под углом еще смотрю. Я вообще, ты вот это снимаешь, снимаешь? Не дай бог вырежешь, ну, под твою семью все вырежу. Ебали смело.
Ебать, это что? Подшипчики, подписывайтесь на channel. На channel. У тебя там подоконник горит, братан. Блядь! Все, вырубай запись, а то я сейчас как это... Что с ней это? Я лучше не знать. Ладно. Там я. Вот, вот это я. В очках? В очках. Ну типа в очках. И бубок.